Уровень Ла-Рошель – один из самых длинных уровней в игре Rock of Ages, и сегодня в режиме гонка на время он будет пройден для вас. А чтобы взять здесь золото, нам нужно прокатиться по этому уровню за одну минуту и менее, друзья. Ну, давайте это сделаем. Давайте получим золотую медаль в Ла-Рошеле. И как вы видите, я держусь верхних путей. Это не случайно. Не случайно, потому что внизу эти ступеньки, и они, конечно же, нам времени не прибавят. Совсем не прибавят, а наоборот. А у нас тут его очень-очень не хватает на этом уровне. Так, вот здесь еще надо прыжок совершить успешно. Ну, хотя бы так, да. Так, ну и мы уже подбираемся к финишу. Последние 10 секунд. 53, 4, 5, 6... За 57 секунд мы доехали и получили золото, которое тут за минуту выдается. Уровень пройден. Пойдем дальше. Пойдем дальше.